Снова здравствуйте, игроманьяки, мы продолжаем Shadow Warrior. Так, и нам нужно было спуститься вот сюда, на первый этаж, и голову прислонить к этому сканеру. После чего ворота открыты. If I killed myself, would it kill you too? Please say yes. Yes. You're lying, aren't you? Yes. Ох, эти шутники, ох уж эти демоны, ох уж шутники. Это тут темно. Патроны пригодятся. Так. Я много потратил, когда сражался с зелеными ублюдками. Теперь надо все это восполнять. В общем, блин, неплохо, если бы дроп брался автоматически. Совсем неплохо. Облегчило бы жизнь игроку. Так. Теперь сюда. И сюда. А что мы видим здесь? Мы видим очередные волны таких уродов. Хватит тут шарики и рожать, блин. Как-то они очень неудачно появляются. Мне прям это не нравится. Фак. Так. Бум-бум-бум. Ты умри, и все вы умрите, пожалуйста. Сами разобрались. Все кончились, нет? Теперь все. Что-то здесь повернуть, нет? Какая задача? Security room надо попасть по-прежнему. Здесь, простите, security room. Где-то наверху. Или где-то опять внизу. Здесь ничего не вижу. Вот прям совсем ничего. Лестница здесь что, тоже нет нигде? Вот есть какая-то. Ох уж эта планировка. Сюда нам нет. Видимо, нет. Сделаем еще кружок. Ну, походу, здесь выхода тоже нигде нет. Нет, есть.
Вот он. Дергаем за рычаг. И что мы видим? Свежий воздух. Hell yeah. Че, медитируешь? Не попал. Не попал. Пил, пил, пил. Опять не попал. Ну, короче, я мазил и косил, и... Ну, поняли. Да-да-да, ты злой и страшный серый волк. Сейчас мы подальше отойдем только. Вот это подстава. Да что такое-то? Мы с вами не договаривались на такую херню. Хватит мне сапом стрелять. Это некрасиво, знаете ли. Так, давай уже ты сдохнешь, короче. А ты тоже сдохнешь. Ну и тебе тоже пора уже. Отлично. Вот тут нам открыли как раз проходик. Что мы тут видим? Ни хрена мы тут не видим. Пусто. А эти что не открываются, жалость какая. Отлично. Так, так. Аптечка не нужна нам больше. Значит, выходим отсюда. Так, и простите, а security room где здесь? Где-то здесь был, по-моему. I really hope this works. Оп, голова. Go to Zilla's Castle. В замок Зилы. Теперь мы отправляемся мы. Ты пешком, что ли? Я думаю, сейчас прокатимся. Level complete. Ну, то есть, добрались мы до башни. Это и есть замок Зилы. Зовут его, конечно, забавно. Зилла Годзилла. Там сейчас опять, наверное, придется не один этаж демонов пройти. Глава 13. Вкус цены, которую мы готовы заплатить. Go to Zilla Castle. Да что вы тут все заминировали, это е-моя. Ух ты, ни хрена себе! Это вообще подстава была, кстати, такая. Нормальная подстава.
все, что ли? Еще один снеговик. И куча кроликов. Вот именно, что это за херня, блин? Какие-то беременные зеленые ублюдки. Слушайте, ну уже начинает раздражать на самом деле вот эта херня зеленая. Она просто повсюду. Печать придумали, отлично. Давайте посмотрим, где же здесь печать. Воо, карате. Воо. Так, 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 так. У. Сохранялочка. Сюда не пойдем. И здесь печать. Везде печати. Так, спрыгнули. Здесь ничего нет. Угу. Угу. Сейчас кого стоял-то? Родименькой, родименькой. Гори, в адском пламени гори. Даже никто и не сомневался. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Лежит. Не дошел. Блин, все закрыто. И снова сохранялочка. Оп. А что здесь? Здесь секреты. А-ха-ха-ха-ха, не допрыгнул. Пустите, пустите, пустите к секрету. Ну, ну что вам жалко, что сволоча? Выход. Дубль 2. Оп. А черт! Не, ну это, блин, несерьезно. Тут прохода-то нет, да? Ну, окей.
Так, 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 залезли, закарабкались, отлично. Выше не получится. Не успел я, по-моему, соскучиться, честно. Так, ну а теперь-то нам куда, собственно? Собственно, я что-то просрал, походу. Момент, куда нам надо было пойти. Не, ну определенно был закрыт здесь. Значит, вот сюда нам надо было пойти. Сюда, а потом, наверное, вот сюда. Так. Так. Так, 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 так. И чё? Чё мы видим? Мы видим проход. Проход мы видим здесь, а здесь мы видим секрет. И на этом, собственно, всё. Возвращаемся обратно. Прыгаем вот сюда. Блин. Чуть не упал. А тут мы пришли, значит. Значит, идем обратно вверх. Прохода никакого нет. Так, идем обратно вверх. Так, пришли сюда. Здесь нас встречают. Оп, оп. Оп, оп. Отвали. Такие злобные твари, да? И вот вход открыт. И здесь надо нажать на кнопочку. Сейчас соберем все, как обычно. Половина игрового времени уходит на собирание патронов и денег. Я считаю, это не совсем правильно. О, ты какой воинственный. Все, закончить желающие. Теперь, кажется, закончились. Там что там, здесь темно, как в попе. Снова. Слышите, как они, как он проводит по стенке лезвиями, словно Фредди Крюгер. Не попал.
И с тобой мы тоже покончили. Сейчас я тут соберу патрончики. Немножко деньжат. Аптечку. И будь таков. Оп, оп. А здесь у нас что? Your men are dead. You're alone. Yes, but you still can't take the sword. That must be frustrating. Where is the Whisperer? Oh, your little courier? Your fiends will never find it. You only needed to be patient and let me finish things. Lo Wang will be here soon to deliver the other two swords to me. He will kill you. Определенно. Why would he do that? He allied himself with my brother Hoji. Bullshit. You sent him for one sword, not two. How did he find the other or this place? Because he's... I cannot let Hoji take this sword. Kill Lo Wang. And I will reinstate our original bargain. Me? Kill him? Take these black tears. A taste of the price. Блин. Он выпивает эти слезы и сейчас станет каким-то, блин, огромным. Нет, огромным не стал, но теперь может ходить. И обладает заурядной силой. Wait, I can smell him. Lo Wang is already here. Be careful, he. Careful is for the weak. Don't you agree, Lo Wang? Ну давай, мы чканемся. Wang, it ends here. So in the end, a mongrel will be a mongrel, biting the hand of its master. Spare me the mentoring, Zilla. Right now, you're just another name on my list. А что, мы драться-то будем? Что это было? Ну, понятно, хочешь забрали. Где Зила? Зила, ты где? Ёптить, ёптить, ёптить. Как у вас тут много-то. Так, ну, давайте сначала займемся огромным. Меня как раз к себе тащит. Бум. Бум. Три ракеты недостаточно. Блин, еще скелетов тут не хватало мне, короче. Дай пройти. Ну, все понятно, что ты взял, включил щит. Есть много взрывоопасных. И сейчас. Так, ну давайте даже не знаю, что взять там. Что взять там? Ау-хи-хи-ха! Карате, блин. А где аптечки? Аптечки мне. С этими разобрались. Ну что, дело за малым. Дробовик, мой дробовик. Расскажи мне. По-моему, эти ребята плохо себя вели.
Ты как считаешь? Я считаю определенно, но он со мной согласен. Они еще ржут. Ну такого смешного, господа. Надо подхилиться, пока есть возможность. Потом ее может и не быть. Отлично. Еще врут. Ура! Да, давайте. Давайте. Сдохли, но далеко не все. Так, что еще? Младшие демоны, ну, уже пора понять, что вам вообще ловить тут нехрен. Собственно. Ну и что, все же скидали, все сломали, теперь будем ходить по комнатам, как идиоты, да, и ломать печати. Так я понимаю. Скорее всего так, ничего умнее придумать не могли, к сожалению. Наши разработчики. Не могу сломать деревянные заграждения. You even know how to use that thing, Grasshopper? Есть пара ракет. Ты сдохнешь. Ой, все сдохните. Хорошо. И он нам открыл проход. Теперь мы можем взять так просто и сломать статую. Выходим, ломаем, взрываемся вот эту хрень. Да что такое-то, а? Ну а продолжим мы в следующей части. С вами был Джейсон, канал True Money Games. Не забывайте про подписки и лайки. Всем удачи и пока.